Патриот – самая масштабная площадка Министерства обороны Российской Федерации. Основным назначением парка является соединение военных задач Министерства обороны с доступным семейным отдыхом, спортом и патриотическим воспитанием. Площадь парка «Патриот» 5414 гектаров. Будет построено 221 500 квадратных метров объектов базовой инфраструктуры, что обеспечит порядка 2000 рабочих мест. Все объекты парка будут достроены к 2017 году. Начало строительству было положено в июне 2014 года. На торжественном мероприятии министром обороны Сергеем Шойгу был заложен первый камень. В 2015 году будут построены и начнут свою работу конгрессно-выставочный центр, кластер военно-промышленного комплекса, открытые автостоянки и демонстрационные площадки, озеро Новое, зона технических видов спорта, зона реконструкции. Во вторую очередь строительства до 2017 года планируется построить кластер ВВС, включая музей авиационной техники, кластер сухопутных войск, кластер генерального штаба, кластер ВДВ, кластер ВМФ, самый большой в мире музей бронетанковой и военной техники, центры военно-прикладных, экстремальных и технических видов спорта, конно-спортивный центр, кинологический центр, спортивный комплекс водных видов спорта, центр малой авиации и парашютного спорта с грунтовым аэродромом, зону десантирования. Парк «Патриот» расположен в 40 километрах от Москвы. Добраться до парка можно как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте, автобусом от Парка Победы, электричкой с Белорусского вокзала. Дорога займет меньше часа. К парку ведет большой автодорожный разборный мост от Минского шоссе, что обеспечивает полноценную дорожную развязку. На территории парка расположится многофункциональный конгрессно-выставочный центр с пресс-центром, с открытыми и закрытыми выставочными павильонами. Рядом с КВЦ автомобильная стоянка на 6600 машин и мест, 8 вертолетных площадок. По соседству кластер ВПК с открытыми и закрытыми площадками. Рядом с зоной ВПК танковый музей и зона технических видов спорта, зона реконструкции исторических событий, которая делится на площадку Великой Отечественной войны, площадку Первой мировой войны, площадку войны 1812 года. Рядом с зоной реконструкции – зона демонстрации динамических возможностей бронетанковой техники. Недалеко располагается директриса – площадка для демонстрации огневых возможностей, самый большой в мире стрелковый комплекс.
Инфраструктура парка позволит комфортно принять до 100 тысяч посетителей в день. В парке будет все необходимое для комфортного семейного отдыха и деловых поездок. Гостинично-деловой центр, многоуровневый торговый центр, ресторанный комплекс, детский парк с аттракционами, океанариум, медицинский центр. Парк «Патриот» – важнейшая отечественная интеграционная площадка для патриотического воспитания, развития и продвижения достижений ВПК, проведения профильных выставок и досуга. Здесь найдут свое место и профессионалы, и простые россияне. Sorel, représentant du groupe Safran en Fédération de Russie. L'aventure Safran en Russie a commencé en 1991 et puis au fil des ans l'activité s'est développée avec un virage majeur en 2003 pour la sélection de Snecma et son partenaire NVO Saturn pour le moteur SAM 146 qui équipe les Sukhoi Superjet. Aujourd'hui, si on compte l'ensemble des salariés, c'est-à-dire les structures juridiques dans lesquelles nous sommes minoritaires également. Nous avons 500 personnes en Russie et environ 35 expatriés du groupe Safran répartis dans plusieurs villes de la Fédération de Russie. Le groupe en Russie, d'abord l'aéronautique avec Snecma, le SAM 146, mais aussi la fabrication de pièces de moteurs CFM 56 dans notre joint venture Volga Aero situé dans la ville de Rybinsk, au nord-est de Moscou. Nous sommes implantés sur un certain nombre de villes jusqu'à l'extrême est. Nous couvrons quasiment 7 fuseaux horaires à partir de Moscou, Rybinsk, Ulyanovsk pour la livraison des Sukhoi Superjet. Ça commence à être un petit peu plus loin vers la Sibérie. Et puis on continue vers Yekaterinbourg, la vallée du Titane, et puis qui fait partie de pièces du train d'atterrissage pour le Sukhoi Superjet. Et puis, comme Komsomolsk-sur-Amour, dans l'extrême-est, c'est presque à 1000 km à vol d'oiseau de Tokyo. C'est presque un autre pays, mais c'est la Russie. Nos enjeux, bien entendu, c'est de développer notre présence commerciale. C'est de faire en sorte que nos parts sur le marché russe se développent, et non seulement sur le marché russe, mais aussi à l'exportation via des plateformes russes. Nous avons aujourd'hui un développement fort de nos activités dans l'optronique, dans la navigation avec notre JVRS Alliance. Bien entendu, la défense est un marché important, mais la sécurité, il ne faut pas l'oublier. Le marché russe, en matière de sécurité, est un marché extrêmement porteur. Et nous comptons également prendre un certain nombre de parts de marché. Nous sommes présents dans nos trois domaines, la détection, l'identification et IDOC, ayant une petite usine à Zelenograd, dans la banlieue de Moscou, pour fabriquer des cartes de téléphone et des cartes bancaires. Nos relations avec les partenaires russes sont excellentes. Nous apprenons beaucoup à leur contact, et je pense qu'ils apprennent beaucoup à notre contact. La Russie, c'est un vaste pays. C'est un pays d'opportunités. C'est un pays qui reste proche de l'Europe. C'est un pays qui a une culture énorme, avec une histoire forte.
We'll be right back.